Здравствуйте. В этом видеоролике я хочу рассказать про легкий танк французский Hotchkiss H35. Это танчик уже элитный, как вы видите, по знаку. Все модули я поисследовал, чтобы вам показать. То есть лучшая пушка на этом танку 37 мм второго уровня. Вот. Ну и все остальное по высшему уровню. Что касается этого танчика, скажу вам честно, танк плохой. У него очень плохая пробиваемость, очень маленькая скорость, как для легкого танка. Вот, трудно, конечно же, уничтожить противника этим танком. Но если у вас уже есть некий опыт, вы уже играли, то в принципе можно помучиться и поуничтожать противников. То есть нужно стараться стрелять в уязвимые места, то есть как за танка, в борта. Лучше в лоб не встречаться ни с каким ПТ, потому что вас уничтожить буквально с двух выстрелов. Вот. Сейчас я вам покажу пару видеороликов, куда нужно стрелять, чтобы уничтожить врага, как этот танк пробивает и как он ведет себя в бою. Внимание. Пробитие. Противник горит. Есть пробитие. Не пробил. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Не пробил. Броня не пробита. Броня не пробита. Готов. Готов. Есть пробитие. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Готов. 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 Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пилот контужен. Скорость движения и поворота снижена. Есть пробитие. Пробитие. Уничтожен. Взявшись до небес, нам предстоит конец. Но мы несем свой крест, и видно не судьба. Оформить все в слова, сказать друг другу, глядя в глаза, ну все, прощай. Только что вы видели фрагменты этого боя, этого танка, Hotchkiss. Теперь интересно знать ваше мнение, что вы о нем думаете. Если вам танк этот по душе, понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. Если нет, прокомментируйте свое мнение. Спасибо за внимание.